Проект «Учиться жить вместе» городское общество инвалидов реализует при спонсорской поддержке фонда «Сорос» в Кустанае недавно. Он направлен на категорию людей с нарушениями ментального здоровья. В основном такие инвалиды живут либо в специализированных интернатах, либо в домашних условиях с родственниками и чаще всего не имеют элементарных бытовых навыков. Проект был создан на примере клубных домов, которые есть во многих странах мира. В Казахстане такой дом есть лишь в Павлодаре. Можем похвастаться, что за 3 года работы по проекту клубного дома, которое организовано в мире уже в течение 70 лет, у нас уже 35 человек трудоустроено. Да, 35 человек. И это больше, чем даже всемирные показатели, потому что в Польше клубный дом, который работает 15 лет, они трудоустроили только 1 человека. И это считается показателем. Кустанайский проект немного отличается от павлодарского, но смысл у них один. Людей здесь учат элементарным навыкам – готовить еду, наводить порядок в помещении, поливать цветы и своими руками делать красивые вещи для украшения интерьера. Занимаются 3 раза в неделю по 4 часа. Это исцеляюще действует. Люди, не используя никаких медикаментов, даже не нужно ни психотерапии, ни психологических каких-то тренингов. Люди, просто входя вот в этот ритм деловой жизни или, может быть, в какой-то степени семейной жизни, уже начинают чувствовать себя совсем по-другому. Их самооценка растет, они начинают инициативу проявлять. Координаторы проекта уже говорят о заметных успехах своих учеников. Сейчас проектом охвачено лишь 15 человек. Их может быть и больше, но для этого нужна поддержка государства, поскольку спонсорский грант не рассчитан на длительное существование проекта. Сегодня все заинтересованные службы встретились за одним столом, чтобы выработать предложения для депутатов парламента. Возможно, с помощью государства такие клубные дома смогли бы появляться по всему Казахстану, как альтернатива социальной службы. Причем, как отмечают организаторы этой встречи, каких-то серьезных финансовых затрат реализация такого проекта не потребует. Диара Ахмечен, Елена Щегельская, РТН.